Русская Православная Церковь отмечает великое событие 25-летие со дня причисления к лику святых святаго праведного Иоанна Кронштадтского. И по благословению святейшего патриарха Московской и всея Руси Кирилла, наш храм сегодня в город Кронштадт собралось около 200 священников с 22 стран мира, настоятели храмов, которые престолы освящены в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского. После сбора здесь был отслужен молебен и прошел крестный ход по городу Кронштадту. От нашего собора к Андреевскому собору, где служил святой праведный Иоанн Кронштадтский, и закончится крестный ход во Владимирской церкви иконы Божьей Матери. Конечно, великая радость была пройти крестным ходом. Я видел сияющие лица людей, вдохновение, и все мирные, дружные, как по команде, никто никого не строил, все выстроились, пошли. Так было благодатно, как будто старец молился с нами, и Господь управлял.